Что я повезу пчел. Все намерзло, все обмерзло. Пришлось одевать цепи, потому что невозможно проехать. Не знаю, летают они там или нет. Но вчера летали. Вот это все мертвые пчелы, смотрите. Потому что они же повылазили из домиков. Хотят выбраться поскорее оттуда. Кверху ножками валяются. Кверху брюшком. Всем привет! У нас новая неделя, значит что? Мы отправляемся навстречу новым приключениям. Мы находимся в городе Карсон. Это Лос-Анджелес, Калифорния. И загружаться будем вот такими вот катушками. Это кабель, он в металлической оплетке. И поедем мы в город Стэнли, Норд-Дакота. Вот такой кабель в металле. Там его используют, я так понимаю, для нефтянки. Там очень много всяких нефтяных штук. У этой компании я уже был. У них они еще один груз дают, помимо вот этих катушек. Там еще трубы есть, тоже, которые для этих целей используются. Эта катушка весит 6,5 тонн, примерно около 15 тысяч паундов. Но особенность, нужно крепить ее тремя цепями. Все они будут проходить через центральное отверстие. Груз достаточно простой. Одна катушка посередине прицепа и две по краям. Одна на оси прицепа, другая на оси грузовика. Ничего сложного нету. Чтобы пропихнуть в это отверстие в катушке, нужна какая-то либо трубка тонкая, либо какая-то палка. У меня есть черенок от швабры, который я подметаю свой прицеп. Я просто снял оконечник и все. И таким способом буду просовывать это. Ничего сложного в этом нету. Значит, в Калифорнии пасмурно, уже третью погоду идут дожди. Сегодняшний день не исключение. Был дождь, но потом перестал, снова дождь. Машина вся грязная, смотрите. Вся в грязюке. Кошмар. Ну ничего, мы потом это все помоем. Я немножко простыл в Колорадо Спрингс. После душа помылся, вышел, и меня что-то продуло. Но уже выздоравливаю, все нормально. Не переживайте. Ну что, друзья, мы загрузились. Смотрите, на каждую катушку, как я и говорил, будет по три цепи. Кто-то спросит, как это ты сделал? Потому что как ты смог протянуть? Там же внутри труба. Рассказывай лайфхак. У меня есть щетка, которой я подметаю прицеп. И у нее снимаю колпачок. У нее получается отверстие. И сюда я цепляю крюк от цепи. Когда вдвоем, то легко. Один стоит с этой стороны, просовывает палку вовнутрь, там выходит крюк, а другой достает. Вдвоем это легко, одному нужно немножко времени больше бегать взад, с одной стороны на другую, с одной стороны на другую. Вот так это делается. Есть просто немножко другие катушки, у которых нету трубы посередине, у них просто есть отверстие с одной и с другой стороны, и ты кинул крюк с одной стороны, протянул цепь, зацепил за другую сторону. В этих катушках, видите, труба есть посередине. Ну, собственно, все. Одна стоит на оси прицепа, посередине, спереди. Спереди я специально нагрузил больше, так как мы едем на север, чтобы было больше веса на наши тяговые колеса, чтобы мы нигде не буксовали, если вдруг придется где-то по снегу поездить. Вот. Ехать нам 1638 миль, я посмотрел. Сегодня у нас понедельник. Так как нас двое, то мы смело до среды, до 8 утра приедем на выгрузку. Мы приехали на заправку. Это у нас город Прово. Мы находимся в штате Юта. Направляемся в Норд-Дакоту, в Стэнли. Приехали заправиться, потому что время пришло, уже бензина нет. И смотрите, какие красивые виды здесь на заправке. Это просто обалдеть. Погода пасмурная немножко, сыро. Но снежные горы – это супер-пупер круто. Тут суматоха. Машин много, все ездят, крутятся, зад-вперед.
не могут разъехаться. Мы заехали сбоку и заправляемся. Проверили груз. Все нигде не болтается, нигде не раскрутилось, все хорошо. Значит, ехать нам осталось где-то часов 15 примерно. Утром приедем, надо будет ехать нон-стопом, не останавливаться, тогда мы завтра утром приедем где-то. Я не думаю, что к 8 мы приедем, может, к 10, не знаю, потому что дальше там дорога немножко будет сложнее, на север. Там и снега будет больше, и, не знаю, может, здесь будет падать сам снег, потому что погода такая супер-супер зимняя. Будет ехать сложнее наверняка. Ну что, прямое включение. У нас 4 часа утра. Осталось ехать 3 часа. И на заправке. Последняя заправка. Подешевле, что я нашел. Дальше будет уже сельская местность. Я уже съехал с фривея. Дальше будет только ЮСки. Значит, у нас все в ине. Надо отмыть фары, чтобы было лучше видно. Потому что ехал везде. Был туман такой жуткий, густой, что вообще ничего не видно. Ехал не 70, а 50, чтобы было более-менее безопасно. А так... такая вот история. Все в тумане, машины все стоят, все спят. Мы едем, все нормально, машина в ине. Осталось, о да, снег нарос. Осталось еще немножко, 3 часа, приедем, выгрузимся. И не знаю, есть возможность, что я повезу пчел. Я уже возил один раз пчел. Меня, когда выгружал, одна пчела укусила за шею, было достаточно больно. Вот, а так... это есть возможность, пока что я не знаю. Катушки наши на месте. Вот неприятно будет потом снимать замки, потому что металл очень холодный. На морозе будет. Это будет не из приятных. Так, все нормально. Все держится. Все супер. Заправляемся и едем дальше. Мы приехали, точнее, доехали. Смотрите, здесь один огромнейший склад этих катушек. Разных, больших, маленьких, средних, каких угодно. Весь грузовик у нас в ине. Я заезжал на заправку, отмывал фары, чтобы хоть свет был виден. Зеркала отмывал, все позамерзало, все понамерзало. Наши катушки. Вот, ехал я всю ночь. Я не разрешаю ученикам ездить по ночам, только сам. Так как, ну, во-первых, меня никто не заставляет. Это мой был выбор. И я тоже никого не могу заставить ехать ночью, если человек хочет спать. Поэтому я сам доехал. Да, спать хочется, ничего не скажу. Но сейчас похожу на улице, на свежем воздухе. Спать перехочется. Как только зайду в кабину, сразу захочется спать. Поэтому работаем, отцепляем. Разгружаемся, и у нас уже есть следующий груз, но, скорее всего, там будет вечерняя загрузка. Как я вам говорил, скорее всего, это будут пчелки. В ульях будут пчелы на весь прицеп. Я надеюсь, что они это достаточно редкий, интересный груз. Вот. Ну, а пока выгружаемся. Ничего особенного. Снимаем замки, цепи, резинки, все складываем на прицеп. И ждем, пока у нас снимут наши катушки погрузчиком. Ну что, нас уже разгрузили. 20 минут где-то примерно прошло. Вот последнюю забирают. Мы все собраны. Все скручено у нас. Положено на место. Ждем, собственно, когда снимут. И дальше я уже буду звонить диспетчеру, отправлять документы и узнаю наш дальнейший путь. Но вообще пчелки — это был наш запасной вариант. Потому что его будут грузить, скорее всего, вечером, когда они спят. А сегодня у нас среда. И у нас есть возможность немножко больше проехать, больше заработать. И, наверное... если же будет груз отсюда куда-нибудь, кроме пчел, то мы, наверное, это переиграем. А если нет, то тогда будут пчелы. Что я вам еще хотел сказать? Это наглядный вам пример. Плюсы и минусы работы на флатбеде, на данном виде прицепа. Посмотрите. Из плюсов вы работаете всегда на свежем воздухе, здоровье, подтянутые, все дела. Но из минусов, как я считаю, самое главное, это погода. Какая бы она ни была, дождь, снег... не знаю, жарко, холодно, мороз.
вам нужно как разгружаться, так и загружаться. Как крепить груз, так и откреплять его, собирать ваш инвентарь, скручивать брезенты. Все это делать, и это самое главный минус, на мой взгляд, в этом, извините, это в данном типе прицепа. А из плюсов, вы постоянно на свежем воздухе, вы где приехали, стали, там вас и разгружают. Вот смотрите, я просто стал по диагонали здесь на парковке, и меня разгружают ни в какие доки, ни в какие, не знаю, подземные там туннели, никуда заезжать не надо, чтобы вас выгрузили. Наверное, в 3% случаев грузов, которые у меня были, это вот именно были, куда заезжать нужно было, в ворота. И то это вот в такие, только немножко шире ворота, где загружали там утеплитель, пенопласт, алюминий какой-то, потому что там краны либо какие-то трубы. Это, ну, это редкость, действительно, это 3%, наверное, если так вот посчитать, из всех грузов, которые у меня были. А так это вообще очень просто. Вы подъехали, стали ровно, вас загрузили, вы отъехали, либо на месте закрепили, примотали, накрыли и уехали. Красота. Не надо никуда лезть, заламывать прицеп, потом ходить, проверять 20 тысяч раз, бояться, чтобы никого-то не задеть, не ударить. Я считаю, это вообще сказка. Лучшая работа в мире, если так шутить. Все, у нас уже все сняли, мы пустые. Фотографируем документ, звоним диспетчеру и выясняем, что, какие наши действия дальше. На связи. Почему мы не загрузились пчелами, вам расскажу. Потому что выгодней, как и мне, так и компании, чтобы я проехал больше, заработал больше, и компания заработает больше. Потому что пчел, какая особенность, их грузят только вечером. То бишь, если мы с утра выгрузились, нас бы не загрузили, потому что днем пчела активная фаза, они летают. И грузить можно точно только в темное время суток, когда они, типа, фаза сна у них. И вот, мы бы целый день простояли, прождали, потом бы нам их загрузили вечером, и ехать вечером нельзя. Пчелы должны спать. Ехать можно только в светлое время суток, днем. Сейчас дни короткие, потому что зима. И мы бы ехали четверг день, пятница день, и только... Ну, я думаю, тогда я постарался бы уже в пятницу уже больше чуть вечером доехать, чтобы нас ночью в Калифорнии выгрузили. Но это было бы невыгодно, нежели мне вот сейчас доехать еще куда-то. То есть в данном случае до пятницы этот груз отвезти, заработать денег. И с пятницы на понедельник взять. И за неделю я закрою 3 поездки и заработаю намного больше, нежели я бы закрыл 2 поездками. Так что вот такая математика. У нас загрузили, это выглядит таким образом. Мы сначала установили распорки металлические, натянули их цепью, чтобы они не разогнулись в другую сторону. Положили под низ брусы. Нам наложили 3 ряда труб. По 29, они по 29 ложили, что немножко не очень хорошо, потому что они норовят скатиться с какой-либо стороны, потому что, короче, брус идет. Потом затянули 5 ремнями этот слой, положили снова брусы, снова 5 ремней, чтобы было все очень туго натянуто, чтобы нигде не развалилось. И второй раз уже натянули цепями, чтобы вдруг не разогнуло наши распорки и трубы не скатились. И уже сверху нам положили один ряд по 29 и 7 сверху труб, чтобы вышло в общей сложности 210 труб у нас. И то же самое, мы закрепили 5 ремнями, все затянули, все вообще прям четко, но обязательно нужно будет подтянуть их, потому что они еще во время движения будут так вот шататься, прокатываться и будут ослабевать, нужно будет обязательно их подтянуть. Ну и все, мы едем в... Это город Диксон, Норс-Дакота, Северная Дакота, а едем мы Мидлайт, Таксас, Техас. Ехать 1230 миль, 19 часов показывает по этим дорогам, потому что это будет не фривей, а US-ки, то есть будет две полосы, одна в одну сторону, другая в другую сторону.
Вот. Сегодня доедем. Нужно согреться, в душ пойти, потому что очень холодно, что я промерз. Сопли аж текут. Вот. Зато голова прошла на морозе, поработал, голова прошла, то болела голова. И завтра доедем, целый день нам хватит времени выше крыши, и в пятницу утром выгрузимся и загрузимся снова. Уже находимся в штате Колорадо, это пригород недалеко от Денвера. У нас заправка, Лавс называется. Нам нужно сделать получасовую паузу, чтобы наше время обновилось и могли дальше ехать. Давайте мы это проведем время с толком. Я уже поел, сходил. Давайте полетаем, посмотрим, насколько здесь прикольно. Главное, чтобы ветер нам был не помехой. Ну, вперед, давайте летать. Всем доброе утро, мы доехали, смотрите, нас пропустили, у них огромная парковка, мы запарковали свою машину, тут куча других машин стоит с разным диаметром труб, всем сказали ждать, очевидно, как и нам, потому что они работают с 8, наступило 8, мы заехали, тут у них всякие движения начались, начали они ездить сами по всякому ярду. У них ярд очень большой. Прям очень большой. Я сейчас попробую полетать, если мне, конечно, никто не наругает. Вам показать, но он просто гигантский. Он очень больших размеров. Вот, что примечательно, как видите, за мной есть спиной небо супер-супер чистое. Погода очень комфортная. Плюс 5. На данный момент будет днем гораздо больше. Это еще только утро. Поднимается солнце. Какие дальше планы? Надо быстренько выгрузиться. Так, сегодня пятница. И уже у нас есть груз. Но сказали, чем быстрее, тем лучше. Но у нас запись на 10 утра. Я не думаю, что нас выгрузят раньше. Главное, чтобы не позже. Потому что у них такая вот система здесь. Ну и все, давайте попробуем полетать. Я вам хочу показать. Заодно самому посмотреть интересно. Но он очень огромный, этот склад. Ну что, погнали. Так, ну что я вам хотел сказать. Appointment у нас был на запись на 10, а начали выгружать только в 11:30. Я уже ходил с ними разговаривать, они такие, ну у нас только два погрузчика, поэтому так долго. Ну, смотрите, разгрузили почти все, осталось 3 ряда. Все свои причиндалы я уже забрал. Так что скоро нас разгрузят, все будет нормально, я немножко не выспался, так что немножко туплю. Вот. Уже есть новый груз, деталей не знаю, сказали только быстро это все сделать, разгрузиться, чтобы успеть загрузиться, потому что пятница, чтобы не остаться без груза. Поэтому вот такие дела. Это огромнейший склад, это все трубы в рент сдаются. Они занимаются бурением скважин, и эти все трубы разного диаметра, все для буровых. Бурят скважины газовые, нефтяные. Это популярная профессия в Америке – бурение скважин.
И все у них завязано на том, чтобы не иметь своего оборудования. Все время берется все трубы, насосы и тому подобное. Оборудование. Добре. Мы выгружаемся, едем дальше. Буду вас держать на связи. Доброе утро. Значит, смотрите, у нас вчера все там поменялось несколько раз. Я вам говорил, что у нас есть груз. Да, он действительно был. Мы поехали его забирать. Потом брокер обманул, не отдает груз. Мы поехали обратно. Потом нам сказали, что взяли груз, но ехать далековато было за ним. Нужно было аж возвращаться из Техаса в Альбукерке, потому что это было вообще мертвое место. Мы стояли в городе Мидланд, Техас. Сказали ехать туда. Мы уже все, собрались, едем. 15 минут отъехали, все-таки нет, надо ехать обратно, есть другой. А, типа отмена, есть другой груз, едем туда. И уже приехали мы, постояли, уже тогда все, уже договорились, конкретно взяли, как говорится, 100% уже отдают груз, все документы уже были. И мы вернулись рядом с Майландом, это был город Одесса. Мы там ночевали вчера, приняли душ. И сегодня на 9 утра у нас загрузка. Вот приехали, а не написано даже что. Просто написано там, нужно, чтобы были 4 цепи, несколько ремней и доски. Я такой, окей, а что за оно, непонятно. И то, что я знаю, фирма занимается какими-то масляными установками. Ну, это действительно какие-то агрегаты. Я не знаю, масло, не масло, но одни какие-то агрегаты. Там какие-то краны, вот смотрите, какие-то необычные, огромные. Там еще какие-то установки, насосы. Или что это? Не знаю. Но подозреваю, что все это для нефтянки. Потому что едем мы снова в Северную Дакоту. Город Майнот. Так что вот так. Что там интересного? Мы, короче, можем привезти его, когда захочем. Все, уже ругаться начинаю. Так, нас загрузили. Съемка не разрешала снимать вон тот человек. Ну да ладно. Поговорили, разобрались, все нормально. Короче, у нас таких два агрегата. Я не знаю, что это. Назовем это агрегаты. Две штуки. Не тяжелая. По 13,5 тысяч паундов. По две цепи за палет. И по одной. Стропец с одной стороны, с другой стороны. По одному ремню. Просто так. Они не очень сильно натянуты. Слабо, потому что как бы нельзя. Но я с ним поговорил. Он говорит, ну, типа, если так не сильно, то можно. А вообще, типа, все крепление должно быть за палетину эту. За железяку серого цвета. Вот. Цепи натянуты в противоположную сторону инерции, если будем тормозить, чтобы не поехало ни вперед, ни назад в разных ситуациях. Ехать нам 1307 миль. Сегодня у нас суббота, воскресенье, в понедельник выгрузимся. Они там работают вообще 24/7. Когда едешь, мне сказали, можешь выгружаться. Что интересно, документов у них нету. Сказали, документы в твоей транспортной компании. Я говорю, окей. Но, видимо, ничего нету, надо будет от руки написать. Просто у меня есть откуда-куда, а номер документа я всегда придумываю дату, которой гружусь, чтобы было очень просто. И все. Так что вот такие дела. Но погода в Техасе, смотрите, какая шикарная, солнышко. Нигде облачков нету, там какие-то небольшие перьевые. А так вообще красота. Ну а это у них склад вот всяких такой ломоты, которая используется в нефтянке. Это все идет на север. Либо же здесь в самом Техасе очень много где добывают нефть, прям капец. Если будешь на трекстапе стоять, там машины будут заставлены все парковочные места этими грузовиками, которые там насосными станциями, которые бетон возят, раствор бурильный, вот эту вот всю ихнюю ломоту. Ну что, мы выезжаем. Так, мы ехали и приехали. Это город Стрэфорд, штат еще Техас. Следующий будет Оклахома, потом Колорадо, Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота. Мы едем в Северную. Так вот, здесь ветер сильный, не знаю, шумно. Все двигатели работают, и музыка еще играет. И называют номера, кто в душ. Значит, мы заправляемся, надо заправиться. Что у нас тут? 3,99 – это самая низкая цена, которая здесь есть. Галлонов 160, наверное, заправим. Я проверил груз. Ремни хорошо, цепи хорошо. Надо стекло помыть будет еще. И все, значит, едем дальше. Тепло, но ветер очень сильный, не знаю. Тут прям вообще продувает, я не знаю, как слышно.
Но для меня вообще прям гул стоит вокруг. И от музыка эта дебильная какая-то играет, и машины все шумят. Так что вот так. А заедем дальше, поднимемся на север. Я уже помню, смотрел. Наверное, это будет Южная Дакота. Там еще немножко дешевле будет. Потому что... Странно, вот очень странно. Как казалось бы, в Техасе должно быть дешевле, потому что штат добывает нефть, перерабатывает ее, и получается дизель, солярка. А все наоборот. Чем дальше уезжаешь на те штаты, которые не производят, так там еще дороже почему-то. Не знаю, почему так. Странно. Наверное, акциза дорогая. Таксы, так называемые. Здесь тоже это есть. У каждого штата своя акциза, свой налог на топливо. В Калифорнии он большой. Поэтому в Калифорнии мы не заправляемся. Перед Калифорнией всегда заправляемся. Так что так. Заправляемся и едем дальше. Доброе утро. У нас утро воскресенья. Мы остановились на Растере, это в Колорадо. Места не было настолько, что я стал на место для легковых автомобилей. Так, конечно, делать нельзя. Но, увы, как быть? Для грузовиков все занято. На обочине нигде нету места, чтобы стать. А спать уже хочется. Значит, вот так поступил. Если аккуратно, то можно. Я это так называю. Вот. Что интересно, здесь какая-то статуя есть, смотрите. Давайте посмотрим. Japan Express Trail. Это какой-то путь на конике. Всякая история рассказывается. А тут фиг вам стоит, там фиг вам стоит. Я про вот эти вот сооружения. Это целый центр, он называется Welcome Center. Там всякие буклетики, книжки, история рассказывается. Сейчас пойдем посмотрим, что там внутри. Обычно это всегда так происходит. Это в каждом штате есть такие Welcome Center, называются, для туризма. О, тут еще какая-то птичка. Ну что, это у нас история. Какие-то бизоны. Тут буйволы с повозкой. А тут коники. Ну и древняя карта. History by way. Извините. Так, а что у нас там внутри? Можно зайти посмотреть? А, блин, закрыто сегодня, сорян. Вот, ну, не знаю, через стекло видно, что там всякие буклетики, книжки про историю рассказывают. Здесь какая-то птичка. Понятно. Лавочки. Там еще для легковых автомобилей огромная стоянка, так что ничего страшного, что я здесь стал. Ничего страшного, что я стал именно вот так. Как говорится, здесь у них места очень много. Но сюда грузовикам нельзя. Это, скорее всего, для RV-шек место. Для тех, кто такие дома на колесах. Либо пикап, который тянет прицеп. Дом на колесах. Да, потому что здесь не повернешь. Узкий поворот. Ну и, как всегда, не может обойтись без американского флага. Два Колорадо, один Америка. Немножко уже потрепанные, старые. Но это всегда обязательно. Что у нас тут? 1861 год. Вау. Очень много, большая история. Ну что, давайте с вами полетаем. Посмотрим это с высоты. Попробуем покружиться. Может, что-нибудь нового видим. We'll be right back.
Доброе утро. У нас действительно утро, понедельник, 6:30. Мы вчера не доехали, осталось 2 часа, я специально не стал ехать, потому что спереди у нас маленькие городочки, и было бы проблема где-то припарковаться. Поэтому перед тем, как съезжать с большой дороги, была растерия, мы на ней остановились, переночевали, была пустая полностью вчера. Сейчас немножко заставили машин. Погода сырая, в том плане, что небольшой минус, где-то минус 3, но ветер очень холодный, аж по рукам очень-очень неприятно. Так вот, все, мы выезжаем, 2 часа нам осталось, доставляем этот груз и дальше думаем, что следующее будем брать. Мы уже доехали, это у нас 9:30 утра, ехал больше чем 2 часа, потому что был очень сильный туман, ничего не было видно, где-то может 30 метров только спереди было, а остальное все было белым-бело. Значит, все намерзло, все обмерзло, везде лед на стеклах, на фарах. Я уже очистил немножко, у меня есть средство такое, называется De-Icer. Лед плавит очень хорошо, не знаю, какая там формула у него, спирт, еще какие-то вещества, плавит очень быстро лед. То есть пшикаешь, он плавится, и потом его можно соскребсти чем-нибудь. Так вот, груз наш уже почти сняли. Осталась одна агрегатина. Осталось ложить цепи, пару замков. А у них тут везде такая, видите, площадка. Они занимаются всеми этими штуками. Поэтому у них везде на ихнем дворе одни и те же штуки железные. Какие-то краны, не знаю. Ну, что это такое? Кто знает? Я не в курсе, что это. Похоже на какой-то, не знаю, тройник, вентиль, что это, без понятия. Ну, короче, такие вот дела. Еще из новостей, это то, что уже студент ездит 3 недели со мной, почти 2. До этого он ездил, наверное, чуть больше, чем неделю с другим водителем. Тот вернулся в LA, ему там какие-то срочные дела. И поэтому, скорее всего, мы сейчас поедем уже на Лос-Анджелес, на Калифорнию, чтобы человека отвезти домой, и он там отдохнул и самостоятельно уже начал работать, хотя попробовал. А мне тоже нужно в LA, нужно заехать домой и сделать, продлить права, а то у меня уже заканчивается до конца этого месяца. Так что планы, скорее всего, будут такими примерно. Ну, сейчас посмотрим. Пока груза нету, я жду, что я написал все, что хочу, и сейчас должны мне ответить. Ну, ждем, скорее всего, поедем на LA, так что все нормально. Ну что, мы приехали, но не без сюрпризов. Территория здесь не убрана, вся в снегу. Пришлось одевать цепи, потому что невозможно проехать. Если через этот сугроб я еще проскочил назад, то вон там я буксовал капец. Я еле раскачал. У меня лопатка есть саперная, небольшая, маленькая. Я лез под колеса, дорывался до камней. Тут грунтовка, щебенка какая-то насыпана. Смотрите, как я здесь разворотил. Потому что... мне сказали, развернись задом, ты развернешься. Ага, тут сугробы, тут сугробы. Вот такие вот дела. А ехать нужно вон там, где желтый утеплитель лежит. Там есть проезд. И говорят, задом заезжай. Какой задом, блин, я легкий. У меня вообще массы нету на колеса. Они, блин, прокручиваются на месте. Ну, короче, мало кого это интересует. Вон мозг как задом сзади. Он на снегу стоит. Сейчас поедем. Надеюсь, что все будет хорошо. Цепи я надел. Только лишь, чтобы выехать отсюда и заехать туда без проблем. Потому что на прицеп не стал одевать. Он легкий, он все равно не крутит. Крутят эти колеса. Я заблокирую дифференциал, чтобы две оси одновременно крутили. Попробую проехать. Ну все, до связи. Так, мы из ребята заехали в ангарчик. Здесь ничего не видно, кромешная темнота. У меня на башке фонарик. Я вам немножко сниму. Смотрите, здесь целый ангар пчел. Здесь на земле. Вот это все мертвые пчелы, смотрите. Видите, это все мертвые пчелы. Здесь оно усеяно прям капец. Весь пол в мертвых пчелах. О, они уже все мертвые. Их тут кромешная тьма. А это вообще сами ульи на палетах стоят.
с этой стороны. Это их не погрузчик, они им грузили нас. Тут пчелы, тут пчелы. С этой стороны куча ульев. Просто кошмар. Здесь пушки работают тепловые, чтобы они тепло было пчелкам. Не померли от холода. Поэтому так шумно. И тут, смотрите, тоже сколько пчел. Вот смотрите, я попробую руку засунуть. Сантиметров 5, наверное, ковер. И это все мертвые пчелки. К сожалению. Вот. Наш прицеп уже загружен. Все ребята делают сами. Ставят. Потом накрывают такую сетку. Ее пробивают степлером. Вот, везде. Чтобы она не развалилась. Потом наверх положат наши брусы, которые у нас здесь лежат. Наверное, штук 8 будут использовать, говорили мне. И поверх бруса будут цеплять ремень широкий. А сзади и спереди тонкими ремнями будут делать букву X. Вот так вот, крест-накрест. Ну, когда я уже выйду на улицу, я вам еще раз сниму и все покажу. Но это вообще... Я первый раз в таком ангаре. До этого я был в этом же месте. Грузился тоже пчелами, но меня грузили на улице. И на улице просто такие же вот палеты стояли, 3x3, и ставили и грузили. Они там, их человек 5 было в прошлый раз, они быстро все это делали. А сейчас уже зима, поэтому вот так. Поедем мы в Калифорнию, город Фресно называется. Это на полпути до Сакраменто, если от Лос-Анджелеса ехать. Так что вот так. Ну, смотрите, здесь все в пчелах. Капец, сколько их тут. Сколько здесь пчелок. Кладбище пчел, короче говоря. Ну, все, мы сейчас заканчиваем. Я им помогаю все это крепить, чтобы было немножко быстрее. И мы тогда выйдем на улицу. Я вам покажу. Ну, естественно, я заезжал с цепями сюда, потому что там на улице у них территория не убрана. Все завалено снегом. Цепи на колесах еще остались. Сейчас вот выйдем. Я их поснимаю, потому что будут не нужны. И будем ехать дальше. Так что вот такие дела. Все, ждем. Так, ну что. Я снял цепи, потому что нужно было выезжать. Ругали, следующая машина приехала. Смотрите, что получилось. Они крепят самостоятельно все. Все это делали они, я только немножко помогал ремни складывать. Поверху лазили они, сетки эти одевали они. Они ставят свои эти палеты, накрывают потом сеткой. Ее приштамповывают степлером везде по контуру снизу. И потом нужно 8 брусов было им подать, чтобы они вот так вот наверх везде положили. И наверх ремень. И застегивается именно таким образом. Спереди и сзади, как я вам и говорил, там буквой X сделано. Смотрите. Вот. Это чтобы не развалилось, когда будем ехать под горку. И спереди, чтобы не развалилось, когда будем тормозить. Мертвых пчел тоже тьма. Они есть и живые, естественно. Мы же не мертвых перевозим. Я тут где-то видел. Они прям жужжали. Бегали. Но, видимо... А вот, немножко летает пчелка. Видимо, сейчас уже холодно. И они все в домик спрятались и не вылазят. Так что вот такие дела. А там у них территория действительно не убрана, я, блин, буксовал, капец. Хоть колеса еще не супер стертые, нормально еще, но все равно начинаю буксовать. Поэтому такие вот дела. Ехать можно только днем, ночью надо, чтобы они спали. Ну как днем, светлое время суток, сейчас просто зима, рано темнеет. Ну посмотрим. Фресно, я не помню, сколько там ехать. Может 1400-1600, наверное, примерно. Вот. Так что будем ехать. Вот такой у нас интересный груз. Второй раз я везу пчел. На улице холодно по-прежнему, где-то минус 5, ветер, все дела. А мы отправляемся в дорогу.
Доброе утро. Мы уже въезжаем в Калифорнию. И на всех дорогах на въезде в Калифорнию стоит проверка. Называется Agriculture Inspection, где проверяют все ввозимые грузы. В частности, живые. Всякие растения, насекомые и тому подобное. Так у нас пчелы, они живые, тоже приходили, проверяла женщина в такой шляпе с сеткой, как ходят пасечники. Заглядывала вовнутрь, не знаю, что она там нашла. Сказала, все нормально. Дали бумажку, что они проверили, что с пчелами все хорошо. И поставили печать на моих документах. И обязательно сказала, если везешь не в другое место, то нужно сообщить по такому-то номеру, что вы везете в другое место. Ну, пчелки живые. Не знаю, летают они там или нет. Но вчера летали. Не видно что-то. Их спрятались, в домике живут. Ну, короче, такие дела. Нам ехать осталось 5 часов. Это мы в обед приезжаем, выгружаемся. Ну что, мы доехали. И пчел просто тьма. Там стоит куча ульев. Вот это ихний погрузчик, на котором будет разгружать нас. На улицу мне сказали лучше не выходить, потому что они уже активные, тепло здесь в Калифорнии, плюс 15. И я когда собрался выйти на улицу поснимать, мне сразу сказали, это не очень хорошая идея. Я не знаю, вам скорее всего не очень хорошо видно, потому что камера не так это снимает. Но я отчетливо вижу, как они кружат у нас над прицепом, это просто кошмар. А человек ходит, он уже вот сейчас сбрасывает свою сетку эту зеленую, так он там ходит, у него на голове маска такая сетчатая, перчатки по локоть. И вот он ходит, все это разбирает, сам делает. Куча, конечно же, мертвых пчел будет, потому что они и были мертвые, когда мы их загружали, на палетах оставались. И плюс... Они все повылазили со своих домиков. Вот, смотрите, пчелка у нас прилетела к нам на стекло, села. Ну, это просто ужас. Их там просто целый рой. А вы, если видно вам, то там вдали очень-очень много стоит разных ульев. Это просто тьма. Сколько здесь их. Потому что с этой стороны у нас огромнейший сад. Какие-то, видимо, фруктовые деревья. И вот скоро они будут цвести. Будет весна. Скорее всего, это март-апрель месяц. Нужно опылять. Поэтому мы привезли сюда пчел. Вот такие вот дела. Ну что, ждем, пока он поснимает это все. И потом будем думать, как нам собрать наш инвентарь. Либо же он нам просто его закинет на прицеп, а мы отъедем и соберем его сами. Либо же он его сам нам скрутит. Посмотрим. В прошлый раз, когда я выгружал, это была ночь. И пчелы спали. Они не были такими активными. А сейчас день, и это просто ужас. Это кошмар. Вот он снимает эту сетку зеленую, и они все высыпаются, потому что они же повылазили с домиков и хотят выбраться поскорее оттуда. И вот они все на этой сетке зеленой сидят. Ну что, ждем, пока они разгрузят нас, и дальше я вам все расскажу, как будут развиваться наши события. Может, меня и спасет куртка-шапка. Мы отъехали, и что я говорю, нам надо ремни сложить, брусы привязать. Смотрите, сколько здесь мертвых пчелок. Есть какие-то полуживые в сонном состоянии, а есть какие-то и мертвые, прям дохлые. Кверху ножками валяются, кверху брюшком. Вот какая-то, допустим, она еле-еле такая в полуанабиозе, в полусне. Главное, чтобы меня никакая пчела не цапнула. Вот. 8 ремней, 8 брусов, надо все попривязывать, поскладывать. Такие вот дела. Так. И поедем с вами дальше. Нужно будет помыть, отмыть. Они обгадили нам всю машину. Смотрите. Вот, это все обгадили пчелы. Не знаю. Мое предположение, что от страху нагадили на нас. Ну, а так они вроде поотлипали, поотваливались от машины. У меня есть щетка, я хотел все подмести, но что-то я боюсь подметать, потому что думаю, что будут меня кусать, будут агрессивные. Я не знаю, может быть, это будет дурная идея, но надо попробовать.
здесь. Осталось их немножко, а там все везде убрано. Нам машину помыли, прицеп помыли. В этот раз я попросил, чтобы еще и сверху все вымыли, потому что эти пчелы валялись. Ящик с этой стороны хорошо помыли, колеса хорошо. Все блестит вообще, супер. Здесь колеса все чистые, рама вообще супер чистая. Баки чистые, чистые. Я попросил первый раз, до этого я никогда не просил, чтобы нанесли химию на грузовик. Посмотрим, насколько это продлит жизнь, чтобы не садилась всякая пыль. Так, здесь бак тоже чисто помыли, все супер. Все супер, все супер. Камера сзади тоже чистая, нигде не отвалилась. Супер, супер, супер. Здесь все чистенько, все блестит вообще. Вообще вопросов нет. Все помыли, все классно. Даже здесь. Ну все. А на этом наш ролик заканчивается, уже темно, мы сейчас едем на парковку, там будет вообще света мало. Поэтому спасибо всем, кто досмотрел, ставьте лайки, если нравится, подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, так как у нас они будут выходить стабильно каждую неделю. Всем спасибо, всем пока. А, цепь болтается, надо переделывать. Что это такое? Что это такое? Я испугался, думал, с весовой пришли. Ну что, все, я застрял. Это первая Растерия. Она очень красивая. Там есть пещера на той стороне. Вот, она немножко видна. Я попробую туда залететь и там полетать.